Здорово, бойцы, это домашний канал Валерки и Assassin's Creed 2. Ну что, продолжаем. У нас на карте, короче, появилось опять откуда-то появились, непонятно, контракты на убийство, короче, опять три штуки. Контрактов на убийство. Давай-ка просто посмотрим, что это, что-то новое или это старые контракты на убийство. Я вот не могу понять. Вроде прошли, или у нас не сохранилось нихера. Так, погоди. А, это новые, да. Кевит Эмптор, член семьи Сальвучи, который помог нашим врагам попасть во Флоренцию, был замечен у крытого рынка к югу от Санта Мария Навелла. Убей его, но так, чтобы тебя не заметили. Флоренцо. Окей, нет, пока, давайте пока мы... Мысли. Куда я так переместился, короче? Окей, ладно. Допустим. Для начала мы, короче, с вами сгоняем. Так, это где? Тоскана и Монтериджони. В Монтериджони, короче, к дядюшке Марио. С Гонзаем. Заберем, короче, баблосы из сундука. И там, может, прокачаем, короче, виллу немного. Вот. Подходи, не стесняйся. Прокачаем виллу, короче, купим все доспехи, починим. Потому что там по скидосам, там все скидки у нас. Вот. И вернемся уже сюда и продолжим, наверное, тогда контракты на убийство выполнять. Что тут поделаешь? А потом уже, надеюсь, если они опять по новой не появятся, я надеюсь, они не бесконечные, не рандомные. Если вы как бы, ну, просекаете фишку, да, там, допустим, про эти контракты на убийство, пишите в комментариях. Я почитаю обязательно. Сейчас первым делом, короче, домой к дядьке. К дядьке Марио. Так. Привет. Здорово. Так. Где выход? Где выход из Флоренции? Приносите больных и раненых. Я сам больной. Но у тебя лечиться я не буду, потому что ты слишком какой-то дорогой доктор. Так, где тут выход? Где моя лошадка? Где пони? Погоди, где выход? О, вон ворота. И лошадка. Мой верный конь. Мой верный друг. Да ладно, повозка. О, монах упал! Монах! Чувак! Стой! Стой, падла! Стой, падла! Пятихатку дай! Дай пятихатку! Стой! Стой, говно! Там, за ним. Еще немного. Стой! Да куда? Стой! Ну что, покидаемся карликами? Тихо! Карликами? Да что происходит-то? Это ассасин! Руби его! Я не хотел! Я хотел вернуть деньги! Господи Иисусе, помоги! Ну ладно, пятихаточка и так сойдет. Я не хотел его убивать, если честно. Я хотел просто его обокрасть. Но почему-то я не смог его свалить с ног. Господи, помилуй меня. Я нажал несколько раз, короче, на shift, но почему-то он не сбил его с ног. Так, поедем на белый. Под цвет костюма.
Под цвет костюма, короче, у нас ассасин стильный. Знаете, как некоторые сумочку там выбирают под цвет своей одежки, а мы выбрали, короче, лошадь под цвет своей одежки, под цвет своего костюма. Так, интересно, на вилле-то что-нибудь новенькое открылось, нет? Так, окей, приехали. Стой здесь. На сигналку, главное, забыть не поставить надо. Поставить, то есть. Окей, так. Видите, люди, у меня десятки новых произведений. Картины. Карта сокровищ. Есть что-нибудь новое? Ну-ка, покажи. Да, карты вам помогут найти. Да. Есть? Нет? Неважно. До свидания, сеньор. Давай, пока. Окей. Ты кто? Сарто. Покраска одежды, сумки. Не надо. Так, где у нас кузнец? А, о, доктор. Доктор, лечи меня. Отлично, исцелен. И лекарства, наверное, да? Сейчас мы покупаем себе лекарств. Давай-ка. Погоди. Где там? На Инте. На Интер. Все, 5 штук. Вот так, мой друг, скоро вам станет лучше. 5 штук. Так, а где у нас кузнец? Отлично. Так, ремонт. Чинить. Чинить все за 27 флоринов. Всего. Всего-то. Всего-то. Вот прикинь, 27 флоринов всего. А сколько бы взяли там во Флоренции? Так, окей. Кожаные наколенники у нас есть. Давайте кожаные наручи берем. Я забираю это с собой. 4 косаря. Кожаный нагрудник. 4 косаря. Охренеть. Кожаные наплечники. Да, нагрудник нам пригодится. Нам нужен, да, нагрудник. Так, кожаные наплечи. Сейчас мы приоденемся. Наколенники Гельмшмидта. Окей. Так, погоди, кожаные наручи. Еще одни кожаные наручи. Да ладно. Можно было вот это вот не покупать, а купить сразу вот это. Я только зря, короче, баблосы потратил. Окей, ладно. И наплечники. Не хватает денег мне на плечники. Ладно, допустим, я, короче, затупил оружие. Венецкий палаш. Ни хрена себе, боевой молот наемника, старый сирийский меч. О, старый сирийский меч. Так, погоди. Флорентийский палаш или палаш. Отражение, скорость. Окей, отражение. Так, меч капитана. А у нас, в принципе, все хорошечно тут. Так, окей. Нож и стилет. Это короткое оружие. А у нас что? Плюс два. Поражение. Нормально у нас оружие, нормальное. Так, а что с боеприпасами? Метательные ножи. Можно, блин, почему надо каждый поштучно, короче, покупать? 10, короче. 10 из 10. Охеренно ты, короче, сейчас обогатился, чувак. Ладно, окей. Погнали, у нас заначка есть в сундуке. Так, погодь. Поменять. Мне надо вручную менять, короче. Так, снаряжение. Боеприпасы, предметы, одежда. Обычный плащ. Нет, погоди. А доспехи? О, доспехи.
Или он... Или он, короче... Погоди. А, он автоматом, наверное, ставит самое лучшее, да, получается? Тогда все отлично. Тогда все хорошо. Окей. Так. Сеструха. Я... Мастерская здесь, можно сказать, улучшение... А, понятно. Сеструха, я пришел за баблосами. Мне нужны деньги. 25 косарей. Нехило. Нехило. Так, архитектор. Бонжорно. Бонжорно. Привет, Эцио. Давай поглядим на список. Прина себе, уже 6,5 флоринов у нас в сундуке. Бон, погоди. ТП. Я не успел, короче, отойти, уже 6 косарей у нас появилось. Ладно, давай. Бонжорно. Привет, Эцио. Здорово. Поглядим на список. Здорово, давай, давай. Давай уже... Мне что-нибудь. Так, погоди. Это мы все уже прокачали, прокачали. У нас осталось, короче, торговец картинами. Давай его сразу ставим. Да, торговец картинами. Так, по порядочку, короче, сейчас мы прокачаем. Банк обязательно. Банк обязательно. Банк обязательно. Так, кузнец. Кузнеца мы тоже обязательно. 15% скидка. Это вообще ништяк. Так, а сколько у нас денег осталось? 17 косарей, отлично. Врача, врача у нас отлично. А, портной, портной в этой лавке с одеждой будет понятно. Все, 5 косарей тратим. А, все, все, у нас по максимуму все прокачано. И еще 5 тысяч у нас осталось. Так, 0 флоринов, окей. Стоимость матережуни 43 тысячи, прикинь. Окей. А, давай отнесем перышки сразу. Перья сейчас мы еще высыпем. Сколько у нас найдено перей? А, стоимость матержения плюс 70. Окей, так, 29 из 100. 29 из 100 перьев. А, почему у меня 279 флоринов всего? Мне что-то показалось, что у меня пятерка еще осталась. Ну ладно. Бог с ним, мы, короче, все равно все уже себе купили, все себе сделали. Можно возвращаться. Погоди. Это что такое? Святилище. А, святилище. Можно возвращаться, короче, обратно во Флоренцию и выполнять контракты на убийство. Сейчас мы еще... Бабосов срубим. Там. Уже. У меня лучшие товары из металла. Видел моего помощника. Он был где-то тут. Помощник, помощник загулял, ушел в отпуск. Так. Ну что, погнали. Так, я правильно? Нет, неправильно, я поехал. Окей, сундуки здесь, короче, мы пока не будем собирать. Мы еще успеем. Я думаю, мы сюда на виллу еще не раз сгоняем. Ты посмотри только на шкалу жизни. Просто аж радует глаз. Это четко. Блин, а почему нельзя по городу ездить на лошади? Было бы намного проще, кстати. Так, окей. Окей, у нас еще уровень розыска здесь. Так, ладно, погнали. Мы находимся как раз вот рядом с одной... С одним контрактом. Погнали. Рядом с одним контрактом. И, короче, здесь где-то у нас поблизости есть еще
Вон она. Плакат. Сейчас мы немного сдерем его. Совсем чуточку. Все отлично. Держаться подальше от стражи. Конечно, я этим и занимаюсь. Я как раз маскируюсь. Как раз. Уровень своего розыска, короче. А, ну что ты сделал-то? Ну. Бизара, что с ним такое? Сама такая. Ну, блин. Зачем? Зачем я так прыгнул? Так залезь ты уже нахер. Так, погоди. Я что-то, короче, затупить начал тут вообще по-страшному. Слезь. Окей. Так, лучник. Твою мать. Как-то не так, я хотел его убить, но ладно. Итак, стоит. Где у нас тут голубятня? Она, короче, где-то... Где-то здесь. Вот она. Так, окей. А, член семьи из пуч... А, ну все, отлично. Окей. Как раз та, которую мы и с вами вначале посмотрели. Окей, опять гнать хер знает куда, короче. Просто... На край Флоренции. Вот реально, вот сейчас бы, вот реально лошадь помогла бы. Да какого хера-то? Да какой нахрен тап опять? Все выбирает не то оружие, которое надо. Так, погоди, нам надо убить жертву. Нам надо убить жертву, короче, так, чтобы нас опять не засекли. Это, блин, сложные контракты, короче, когда надо бесшумно. Ну, в принципе, не то, что бесшумно. Кто смотрел прошлую серию, тот знает, как мы бесшумно работаем, короче. Но пипец ты! Поэтому для нас это... Для меня. Для вас там, может, и нормально там бесшумно проходить. Но для меня это очень сложно. Потому что... Стелс — это жесть. Окей. Окей. У меня высокие цены. Откуда чувак появился? Всем юношам подходящего возраста городская стража набирает добровольцев в улице. Охренеть. Стоят там в уши суд, короче, и вербуют молодых юношей. Так, отлично, мы почти пришли. Почти пришли. Слышь, клоун, они задрали. То обезьяна, то клоун. То следующий. Так, окей. Где у нас тут жертва? Там кто? Так, жертвы у нас здесь нет. По крайней мере, я не вижу жертвы здесь. Охрана только. Видишь, только охрану. Ну почему? Почему? Я хотел прыгнуть на стену. Почему ты перепрыгнул ее? Скажи мне. Так. Мне надо как-то по крыше, наверное, да, пробраться? На крышу? И во двор там, наверное. Там, наверное, в середине здания... В середине... В середине здания, короче, у нас там...
Куда ты пополз-то? В середине здания у нас дыра. Дыра, в которую надо попасть. В которую надо залезть. И там у нас в дыре, где-то вот здесь, да, значит, находится наша цель. Да задрал-то. Да, блин. Так, окей. Погоди. В смысле? Я не вижу здесь никого. Вообще ни единой души. Это нормально? Стоп. Блин, попробуй найди еще этого. Утырка. Может, здесь вовнутрь? А, здесь дверь. Так, здесь есть кто? Есть кто, кого убить надо? Смотри, ящик. А почему ящики-то на карте не отмечены? Я же карту покупал вроде. Так, окей. Слушайте, Люд, только не пошли. К нам или компионы. Только не по лицу. Погоди. Я вышел, короче, из зоны. Внимание всех иноземных торговцев. Мудрые правители республики. Где этот чувак? Здесь где-то? У меня есть все, что вам нужно. О, нашел! Убейте жертву, не привлекая внимания. Не отказался бы и император. Так. Они сюда идут? Вся толпа сюда идет или? Здесь продаются только лучшие товары. Если вам противно роскошь, то даже не заходите. Что он скрывает? А вот не скажу, что я скрываю. А вот это секрет. Вот не скажу. Слишком маленький еще для этого. Так, окей. Окей. Так, а где у нас цель? Вон она стоит. Угу. А есть кого я, кем я могу отвлечь? Охрану? Блин, не привлекая внимания, говорит. Если я так просто его убью, короче, то охрану я по-любому привлеку. Так, и как это сделать? Как это сделать? Хрена там стражников ходит. Очень много. Блин, вот эти вот. Они реально, вот эти вот штуки, короче. Задания. Они сложные. Так, может охрана. Ты что, не сдох, что ли? Ох ты, падла! Ну давай. Нападай, ну! Я родился хоть один день прожить. А, ты не хочешь падать? Все, разбился? Отлично. Я исправлюсь. Это без меня. Так, окей. Это без меня. Да иди ты в жопу, без тебя. Так, вот этого козла надо как-то снять. Как-то убить. Наверное, метательным ножом попробовать. Вы обнаружены.
Погоди. На тех, короче, охрану, на ту охрану не сработало, типа, обнаружены, не обнаружены, да? Значит, они, видимо, не причастны к этой контракту, короче, к заданию. Надо убить вот этого стражника, который стоит с копьем. Сзади подкрасться, короче, и вырубить его. Вот, а потом, потом убить жертву. Окей, давай, давай так попробуем, так и сделаем. Давай так и сделаем сейчас. Так, теперь его найти только надо. Все, отлично. Так, где находится-то? Погоди. Где-то находится он, наверное. А, блин. Слази давай. Ладно, допустим. Так, стоп. Стоп. Я что-то заплутал. Где я его в прошлый раз нашел? Здесь где-то, да? А, вот. Так. Этот. Козложоп. Я уверен, у меня есть то, что вам нужно. Теперь в мастерской работают еще два исключительно талантливых художника. И мы предлагаем их замечательные призвания. Что за дьявол идет, увидев его пред собою? Так, окей. Да блин. Да свали ты нахер! Задрал. Так. Надо, короче, как-то... Ужасно старомодный плащ. Как-то, как-то... Или как-то отвлечь, я не знаю, его надо. Откуда он? Откуда он? Откуда он? Не скажу. Так. Здесь никаких этих, ни куртизанок, ни воров нет. Ужасно старомодный плащ. Как-то, может, подождать, может, он как-то уйдет? Это лицо мне знакомо, я уже видел его. О, он за мной идет, отлично. Так. Хм. Это какой, вот этот? Лицо мне знакомо. Отлично. Минус охранник. Теперь можно, наверное, спокойно убить его. Я нашел новых поставщиков. Теперь да. Я могу продавать товары. Два косаря, короче, отлично, в кармане. Можно валить. В принципе, если разобраться, то... Не так сложно, если разобраться. Окей. Два кэса у нас в кармане. Смотри, они не исчезают. Они реально не исчезают, эти контракты на убийство.
Окей. Окей. Реально не исчезают. Ну что, друзья, давайте, короче, тогда продолжим уже контракты на убийство, наверное, в следующей серии. Вот. Следующее убийство выполнять. Ну, а на этом, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. С вами был Валерий.